Примерно каждый второй выпускник школы республики выбирает для обучения вуз Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов. Получив диплом, молодые специалисты не спешат возвращаться на малую родину. Это негативно сказывается на развитии экономики Чувашии. Какие условия необходимы для сокращения образовательной миграции, обсуждали на стратегической сессии члены Кабинета министров, главы муниципальных образований, руководители образовательных организаций и представители работодателей Чувашской республики. Условия обучения, конкурентные с федеральными вузами и определенные перспективы трудоустройства – вот что может привлечь будущего студента. Кроме того, большую роль играет ранняя профориентация. По мнению участников сессии, необходима индивидуальная траектория сопровождения ребенка в зависимости от его склонностей и увлечений, чтобы он понимал, какой предмет выбрать для сдачи ЕГЭ, какое высшее учебное заведение на территории Чувашской республики поможет ему получить эту профессию, какие предприятия готовы принять его в качестве молодого специалиста и на каких условиях. Регион отметил, Чувашия находится на высоких позициях по инновациям. В республике хорошая школа научных изысканий и конструкторских работ, а значит, достаточно высококвалифицированных рабочих мест. Причем это распространяется не только на технические, но и на гуманитарные и на естественно-научные направления. Необходимо собрать разрозненные элементы образовательной системы, науки и производства и соединить их в единую цепочку.